Скорость, меткость и полная концентрация. На льду у юных хоккеистов разворачиваются совсем не детские страсти. А в рвении к победе маленькие спортсмены не уступают даже профессионалам. Недавно команда «Аланские Барсы» заняла заслуженное 3-е место. Помогли усиленные многочасовые тренировки и вера в себя. Сейчас спортсмены активно готовятся к предстоящему турниру в Ессентуках. Обо всем подробнее расскажет Тамила Акцоева. Интенсивный эмоциональный спорт, колоссальные нагрузки, каждая тренировка на пределе сил. На льду они должны действовать максимально быстро и слаженно. И все для того, чтобы показать достойный результат. Это был самый лучший турнир, потому что я получила лучшего вратаря. Это мне дало как-то очень много хороших эмоций. И я могу сказать своей команде спасибо за то, что у них такая была защита. Команда «Аланские Барсы» 2013-2014 года недавно взяла 3-е место на турнире в Армавире. Ребята сыграли 6 игр, в 4 одержали победу, а последние 2 уступили по буллитам. По итогам соревнований 2 игрока взяли личные награды. Наши мальчики выложились на 100%, сами не ожидали мы, если честно, такого результата. Наш тренер превзошел все наши ожидания. Вот, ни одну игру мы не проиграли в основном времени, только по буллитам. Это очень достойно. Самое главное – воля к победе и ежедневный труд, говорит тренер «Барсов» Юрий Черных. Игроки должны знать, что хоккей не терпит промедлений, а совсем скоро в республике появится новая ледовая арена. Занятия в таких условиях помогут вывести команду на более высокий уровень. Будет зал ОФП, зал, где мы будем играть в баскетбол, футбол, так как это тоже важно для нашего развития, а не только хоккей. Бросковые зоны, ну и так далее. Ну и сам лед другого качества будет и позволит это выйти нам на другой уровень. Я думаю, что это начнется новая история в Владикавказе, связанная с хоккеем. 3-е место, говорит тренер, хороший результат, но ребята хотят быть лучшими. Сейчас игроки готовятся к новым соревнованиям. С 15 по 18 декабря в Ессентуках пройдет турнир. Настрой серьезный, и «Аланских Барсов» устроит только 1-е место. Тамила Акцоева, Хетак Гапоев, новости Осетии.